день, друзья! Спешим поздравить вас с новым 2018 годом! Мы проанализировали 2017 и поняли, что этот год был для нас непростым. Этот год дал нам новую возможность. Этот год заставил нас принимать серьезные решения. И мы знаем точно, что мы не ошиблись. И 2018 год это покажет. Да, действительно, мы начали новый проект. Конечно, мы долго в этом деле разбирались, сомневались, это нормально. Но мы хотим сказать слова благодарности тем нашим друзьям, партнерам, которые нам поверили, которые пошли за нами. И мы хотим сказать вам, что в 2018 году 100% мы будем видеть те результаты, результаты тех решений, которые мы принимали несколько месяцев назад. Они уже есть, и мы догнали результаты того проекта, с которым мы работали несколько лет до этого года. Да, и хотим пригласить вас на несколько наших мероприятий. Буквально сегодня вечером будет вебинар. Вебинар первый в этом году. Это будут новости, новинки, это будет старт, запуск 2018 года. И вы можете посетить его абсолютно бесплатно, перейдя по ссылке и быть с нами вечером на этом вебинаре. И еще хотим пригласить вас на наше мероприятие. 13 января в Днепре мы проводим первый бизнес-девелопмент семинар. Мы вас приглашаем на это мероприятие для того, чтобы вы могли увидеть возможность, которую предоставляет нам наша новая компания, увидеть, что за продукты, какие ценности, какая база обучения, какая автопрограмма. У нас в семье скоро появится новый Land Rover Discovery Sport. И, друзья, мне кажется, что эту информацию нужно получить как можно раньше. Поэтому мы вас приглашаем на это мероприятие. Обязательно обращайтесь к тем людям, кто вам дал ссылку на это видео. Они вам помогут купить билет. Да, 13 числа Абриотель в 11:00 у нас уже начало. И, конечно же, хотим в завершении нашего видео поздравить вас с наступившим 2018 годом. Пусть этот год будет позитива, всего самого светлого, медного неба над головой, всего самого хорошего, крепкого вам всем здоровья, ну и, конечно же, хорошего старта 2018-го. А пусть 2018 год станет годом прорыва в вашей жизни. И на этом все. Пока-пока, друзья. Пока.